Подготовка, можно сказать, в плановом режиме идет. И после «Спартака» травмированных игроков нет, все, можно сказать, такой боевой готовности. Но в тренировочную программу небольшой корректив внесли. Предстоящая игра, которая у нас будет, она не менее важная, чем с «Спартаком». Старт сезона сейчас приблизительно все в одинаковом состоянии. Все хорошо ведут борьбу, все матчи тяжело проходят, поэтому к этому и готовимся. Матч с Уфой, наверное, по другому сценарию будет развиваться, нежели со «Спартаком». Тогда вы отмечали, что было очень много борьбы, да, игра равных соперников. Здесь, наверное, все-таки больше от «Локомотива» именно ждут игрой первым номером. Да, я так не понимаю, что первым или вторым номером. Самое главное – правильно играть, и нужен баланс как в атакующих действиях, так и в оборонительных. Игра, наверное, покажет, кто будет играть первым, кто вторым номером. Вы пришли в команду, которая на тот момент не выигрывала, потом победу, очень эмоциональная, следом поражение в дерби. Вот такое какое-то волнообразное психологическое состояние как-то мешает полностью раскрыться, что ли? Нет, ничего не мешает. Это часть чемпионата, в котором могут быть и поражения, тем более, что мы потерпели поражение от лидера, и они действительно играют неплохо, хотя мы, на мой взгляд, могли не проиграть этот матч, он мог быть и положительным, но так произошло, поэтому мы должны разобраться в том, в чем мы проиграли, и идти дальше, уже об этом нет смысла думать и говорить. Это было вчера уже, а сегодня у нас другая игра.